вся открытая информация будет размещаться на единой, значит, базе, на едином портале бюджетной системы. Работа этой системы важна не только для профессионалов, экспертов, аналитиков, которые этим занимаются, но и для тех вообще, кто интересуется экономикой, всех, кто хотел бы ознакомиться с бюджетным процессом. В целом, по словам Медведева, сайт будет интерактивным, и каждый, кто интересуется государственными доходами и расходами, сможет оставить там свой комментарий.